Когда мы говорим о либерализме, то важно понимать, что либерализм, может быть даже по своей самой сути, не может являться каким-то организованным движением. Либерализм тесно связан со свободой, тесно связан с попытками что-то изменить, и поэтому либерал очень редко представитель именно течения. Каждый либерал он сам по себе... Каждый либерал оригинален каким-то особым своим либеральным образом, и либерализм ⁇ это скорее некое мировоззрение, мир, некое мироощущение, чем организованная структура. А причем, говоря о либерализме, важно вот еще что отметить. Слово ⁇ либерализм ⁇ можно использовать в нескольких смыслах. А вот так как мы говорим о либерализме в христианской среде, то есть просто богословское понятие богословского либерализма. Богословский либерализм тесно связан с отрицанием каких-то ключевых догматов христианства, исторически существовавших, типа непогрешимости священного писания. Но, когда, но также о либерализме можно говорить и в культурном смысле, как об изменении образа жизни, об отказе от традиций и так далее. Говоря о православном либерализме, мы должны отметить, что трудно разграничить эти два явления, мы потом это увидим. И очень часто то, что начинается как либерализм культурный, превращается в либерализм богословский. Может быть, возможно, и противоположное явление, но в основном в православии движение именно в эту сторону. То есть люди, которые уходят в православие, в либерализм, отказываются от традиции, далеко не все из них, ну, с нашей протестантской точки зрения, успевают затормозить вовремя, и иногда мы видим не только либерализм на уровне культуры, но и либерализм на уровне богословия. Но это в целом, а теперь о каких-то деталях. Первое такое либеральное движение, либерально с православной точки зрения, то есть либеральное как отказ от сложившейся традиции, на которое нам нужно обратить внимание, это то, что иногда называют литургическим возрождением. Это движение связано прежде всего с именем Николая Афанасьева, тоже иммигрант, тоже православный богослов, живший во Франции, эмигрировав оттуда из России в революцию и там занимавшийся богословием не очень влиятельный в православии, не очень замеченный, может быть, даже при своей жизни. Интересно, что он, может быть, при своей жизни большее влияние оказывал даже на католиков, и был приглашен на Второй Ватиканский собор и участвовал в работе Второго Ватиканского собора, будучи православным богословом. А вот в православии его идеи не получили тогда широкого распространения. Может, они стали более популярны благодаря его идейному последователю Александру Шмемону. Александр Шмемон был ректором Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке и ну, одним из таких, вот, можно сказать, идейных лидеров рус... не русской, прошу прощения, православной церкви Америки. У Прославной церкви Америки очень интересная судьба. Она образовалась как иммигрантская церковь и имела такой вот неопределенный иммигрантский канонический статус. Вы помните, что очень непростые отношения были между иммигрантской церковью и Московской патриархией. А потом, в 70-е годы... В том числе и при участии Александра Шмемона они интересный шаг предприняли. Они вошли в каноническое подчинение Московской патриархии, и тут же на следующий день Московская патриархия даровала им автономию. И тем самым в Америке появилась православная церковь, независимая от Московской патриархии, но с православной точки зрения имеющая достаточно приемлемый канонический статус. Причем особенность православной церкви Америки в том, что будучи в Америке, они перешли в своем служении на английский язык, у них литургия на английском языке, и они вообще усвоили многие нормы английской культуры, американского порядка богослужения, так что, зайдя в православную церковь Америки, вы можете попутать православную эту церковь или, может быть, даже какая-то и протестантская, только вот иконы, кое-где висят. Так вот, там есть общее пение, да, там во время богослужения сидят на скамейках и так далее. Во многих отношениях напоминает а, Православная Церковь Америки, ну какие-то вот даже и протестантские церкви. Но это вот такие внешние элементы. А что касается идеологии, что касается внутреннего содержания, вот этого вот литургического возрождения, у Афанасьева и потом у Шмемона была интересная идея. Они считали, что на самом деле то, что было создано в православной церкви после IV века, помните, мы говорили, когда литургики, IV век это вот мистериальный этап, это изменение литургического благочестия, это существенное усложнение литургии. Так вот они считали, что вот этот вот путь был неправильным, этот путь был ошибочным, что на самом деле литургия церкви должна быть простой, понятной и вовлекающей в церковную жизнь всю общину. Не просто каким-то сложным и заумным действием, которое совершает священственный, там, может быть, ему еще поет хор, но что-то вовлекающее в себе всю общину, когда вся община участвует в простом, понятном, ясном, с ясным символизмом и с ясной причастностью в служении. И вот это вот стремление к упрощению служения и к общиной жизни, к вовлечению. И особый акцент в этом движении всегда делался на евхаристии, на участие людей вот в евхаристии. Вот это вот такие характерные черты литургического возрождения. Сам Александр Шмелан в своих дневниках пишет, что его часто не понимают, что не все идеи ему удается реализовать. Тем не менее, он достаточно сильно, ну правда, на американской почве и на русской, смог изменить православную церковь, что она стала гораздо более общинной, гораздо более простой и динамичной, чем вот такие традиционные православные церкви. И, кстати, сейчас православная церковь Америки одна из наиболее быстро растущих в Америке христианских конфессий. Но это это скорее американский опыт, очень малое влияние, оказывающее на то, что происходит в России. Но в России тоже были определенные попытки изменений, определенные попытки реформаторства. А людей, которые пытаются реформировать православную церковь или православное служение, называют обновленцами. Им это не нравится, и называют их, чтобы название было обидным. Вы помните, как обновленческая церковь дискредитировала себя после революции. Тем не менее, вот то, что кого называют не обновленцами, или как они сами себя называют иногда реформаторские церкви, в православии есть. Если говорить о каких-то именах, то прежде всего вспоминается отец Александр Мень, который, ну еще в сове, будучи священником в советские времена, очень много сделал для распространения веры, распространения христианства, который в 90-м году был убит. Так никто не знает точно почему и, может быть, так мраком покрыта вся эта история, человек чрезвычайно открытый и к общению с другими конфессиями, и к широкой проповеди, и к превращению в церковь, в такую общину, где могут реально собираться люди, живущие, Христом ищущие Бога. В общем-то, его имя, наверное, во многом останется символом вот такого вот реформаторского отношения к православию. А здесь есть определенная сложность для нас, как для таких, может быть, консервативных протестантов. Я уже говорил, что либералы не всегда успевают затормозить на культурном только либерализме, и не все богословские взгляды Александра Мения будут приемлемы. Для традиционных протестантов он, в общем-то, в своем представлении о Библии придерживался такой взглядов критической немецкой школы XIX века с отрицанием чудес, с отрицанием подлинного авторства священного писания и многих-многих других вещей. Да, есть вот такая сложность, но есть и определенная открытость. Если говорить о каких-то реформаторских движениях в настоящее время, то прежде всего стоит отметить Георгия Кочеткова и людей, которые с ним связаны, общины, которые с ним связаны. Так что иногда таких вот православных реформаторов называют кочетковцами, у него тоже есть определенное внимание, определенный интерес к богослужению на русском языке, к изменениям в литургике есть достаточно активная миссионерская деятельность, есть активная учительская деятельность, есть фиксированные общины с членством, с обучением, с подготовкой к крещению и с продолжением общественной жизни. К вот этому движению внутри православия, чем-то напоминающим даже и протестантизм, отношение неоднозначное. Самого Кочеткова одно время запрещали в служении. Есть такое понятие в православии, когда священника запрещают в служении. Потом его восстановили, и он продолжает совершать служение. А где-то общины кочетковцев ну, нормально существуют. В некоторых регионах у кочетковцев возникают проблемы. Их то не допускают до Евхаристии, то какие-то вот гонения против них со стороны епископов совершаются. Так что вот они где-то балансируют на границе. Они внутри православной церкви, они часть православной церкви, часть московской патриархии. Но не, может быть, не самая принимаемая, не самая любимая часть. И часть, кстати, которая подвергается постоянным нападкам со стороны православных фундаменталистов. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. И последнее, о чем, может быть, мы, нам стоит поговорить, говоря о либеральных тенденциях, а это вопрос о том, возможно ли в православии богословское развитие. А православие, даже и реформаторское православие, даже православие с литургическим возрождением и всякий православный традиционализм обратите внимание, это всегда обращение назад. Это попытки восстановить либо то, что было в Византии, либо то, что было на Руси, либо то, что было в Греции, либо то, что было, может быть, даже до IV века и до христианизации Римской империи. Но это всегда обращение назад, и это очень типично для православия. Православие исторично, православие традиционно. Так вот, это всегда обращение назад, но очень редко это попытка движения вперед. И очень-очень немногие находятся в православии, которые решают, что еще не все сказано, и какое-то богословское новаторство, и богословское развитие именно возможно. Но все-таки такие есть, и просто как самый яркий пример можно привести отца Сергия Булгакова, который был ректором Свято-Сергиевского богословского института в Париже. Это опять же это опять же в иммиграции, там вся жизнь православная. Не в России почему-то, а во Франции или в Америке. Так вот, Сергей Булгаков, он развивал так называемую софиологию. Не он сам ее придумал. В общем-то, автором православной софиологии можно считать русского философа Владимира Соловьева. А потом софиология развивалась Павлом Флоренским, но до состояния законченной богословской системы софиология была доведена Сергием Булгаковым. В чем особенность софиологии в двух словах, потому что система достаточно сложная. Идея в чем? София по-гречески значит мудрость. И если вы читали книгу Притч, то помните, в книге Притч упоминается некая премудрость, там, которая была художницей, которая веселилась и так далее. Но ну, это просто, конечно, не источник информации, просто иллюстрация. Так вот, Булгаков, ну и представители софиологии считают, что премудрость это реально существующее явление. Помимо того, что в Троице есть три лица, Отец, Сын и Святой Дух, есть еще женское начало божества, непостасное явление София. Так что в каком-то смысле Троица то ли превращается, то ли не превращается в четверицу. И вот по образу Софии Нетварной, находящейся в Троице, была создана София Тварная, то есть материальный мир – Потом материальный мир впал в грехопадение, и Сын Божий воплотился в материальном мире, чтобы Софию Тварную соединить с Софией Нетварной, и в этом и заключается спасение. Это очень мало похоже на традиционное православие, вообще не сильно похоже на традиционное христианство, но обратите внимание, Сергий Булгаков – это ректор православной Свято-Владимировской семинарии в Париже. И никто его с должности ректора не выправлял, и всю жизнь он был ректором, и всю жизнь управлял этой православной семинарией, и всю жизнь в православной семинарии развивались софиологические идеи, и до сих пор, в общем-то, в парижской семинарии присутствуют, и до сих пор в православии есть определенная часть софиологов. А это просто нам помогает понять, насколько широким в благословском отношении может быть православие гораздо шире, чем мы могли бы себе представить. Так что православие, современная православная церковь, это и фундаменталистские движения, и национализм, где-то даже иногда приближающийся к фашизму, и какие-то странные маргинальные явления, типа вера в Николая II как искупителя, и богословие в стиле того, что было до IV века, и богословие первого тысячелетия, и богословие поздней Византии, и русское богословие, католичное западным влиянием. И какие-то очень странные софиологические идеи и все остальное вместе взятое, все вот это вот и есть современное православие. Поэтому встретив человека, который вам скажет, я православный, вы должны осознать, что ничего про веру этого человека вы в данный момент не знаете. Но тем не менее, хотя при всем этом разнообразии... Есть какие-то источники, есть какие-то причины для того, чтобы люди выбирали те или иные вещи. Исторические причины мы с вами уже обсудили. Очень непростая судьба Православной Церкви на фоне непростой судьбы России. Следующее, о чем мы с вами будем говорить, вторая часть нашего курса: мы поговорим о богословской составляющей всего этого. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.